моя история. И начинается она с 90-х годов, с тех времен, когда хип-хоп-культура только начинала зарождаться в моей стране. Когда мне исполнилось лет 11, я, как помню, приехал к своему братану. И у него я впервые услышал рэп-музыку, тогда еще на кассетном магнитофоне. И с того момента для меня все изменилось. Мне как будто снесло крышу. Этот жанр покорил меня до безумия. Но на тот период все это оставалось только на уровне увлечения. Тогда я даже не думал о том, что когда-то буду этим заниматься, поскольку тогда еще я занимался и баскетболом. Но шли годы, и рэп меня притягивал все больше и больше. И однажды мне захотелось попробовать написать что-то и самому. Изначально, конечно, получалось хреново, но желание было настолько большим, что я решил не бросать это дело и пробовать дальше. Постепенно мои навыки становились все лучше. И со временем это переросло в неотъемлемую часть моей жизни. В то, без чего не проходит ни единого дня. Я постоянно что-то создаю. Пишу новые куплеты. Делаю биты. Снимаю видео. Я шел к этому долгое время и наконец-таки смог открыть эту дверь. Для меня это как осуществление мечты. В 2001 году с пацанами с района, близкими мне по духу, с Санчесом и Стилем, на старый микрофон записывали первые куплеты. Необычными голосами и оригинальными битами, которые объединили нас в одно целое. После чего образовалась группа из Ground, голос которой охватил все районы города. Эхо этого голоса доносится и по сегодняшний день. Брык, сквозь, поскочь, напрыгались козлы, импортное слово отрабатывали вы. Ну и что, ваша мать, где ваши визы? Где ваши дороги, переломать бы вам ноги? Дороги проложены только к одному, алкогольный поставки к наркотическому дну. Было 10 и стало миллионы, кругом одни злобные нерабочие законы. Музыкой в нашей семье никто не занимался, кроме его отца. В школьные годы он учился в музыкальной школе, а в юности играл в инструментальном ансамбле на гитаре и клавишных, а также пел. Я думаю, что это как-то передалось и сыну. Мое детство было трудным. Меня с младшей сестрой мать воспитывала в одиночку. У нас часто был недостаток еды в семье. Приходилось выживать как только могли. Это, конечно же, отразилось и в написании моих куплетов. Можно сказать, все пережитое открыло мне глаза на окружающий мир и указало направление, в котором нужно двигаться дальше. И инструментом для этого стал микрофон. Моя лирика снизов и самый преисподний, где собраны все грехи людей в этом флаконе. Дерьмо кругом и его не избежать, оно как язва постоянно дает о себе знать. Но я не буду молчать, продолжая риповать, рассказывая все то, о чем пытаются скрывать, передавая свой месседж с помощью хардкора, проникая в каждый дом твоего района. Музыкой, которую я создаю, я пытаюсь донести знания до молодого поколения, говоря в своих песнях о проблемах общества, о таких как наркомания, преступность, о прогнившей системе, которая работает только для угнетения и контроля бедных, или еще о чем-то подобном. Я лишь хочу показать ту реальность, которая действительно окружает, а не то, что нам впаривают по ТВ. Здорово, чувак. Здорово. Занимаешься? Ну, как видишь. А ты что? Да так, типа, снимаю всякое. Фильм? Да. А ты что тут один? Что, один? Потому что братва все на углах стоит. Им это неинтересно.
Раньше, когда сюда приходил, много людей было, занималось пацанов, молодежи. Минимум человек 50 по 100 занималось, разным видом спорта. А сейчас... Торпеда вообще умный, ты видишь? Одни нагрики, шприцы на валяются. Вот такая груша у нас. Какие вообще перемены? Перемены? Перемены. А ты сам выйди, посмотри, и увидишь перемены. Везде наркоманье, алкашня, пацаны молодые, гибнут. Перемены, такие перемены. Кому-то перемена, а кому-то, уничтожают город, видишь. Ульяновск умирает. Это факт, очевидно. Только приду, не дадим не замечать этого. А вообще не задавай мне этих гребаных вопросов. Система хочет видеть нас такими, убогими, малоспособными, пошли не нахуй все. Я не понимаю, как можно говорить, что все хорошо, когда на самом деле все иначе. Они создают для нас иллюзию, из которой трудно выбраться. Я думаю, это основная причина, по которой я выбрал рэп-музыку. Благодаря ей я могу донести правду людям. По крайней мере, тем, кому это действительно близко. Он привнес в чисто африканскую музыку, рэп-музыку, наши родные украинские славянские корни. Рассказывает о тех проблемах, которые касаются нашего города, то, как мы росли, те проблемы, которые существуют на улицах, те социальные острые углы, которые возникают из-за нерешенности материальных проблем, из-за отсутствия цели в жизни, из-за потерянности внутренней, которая сейчас испытывает молодежь. Он описывает это все, он пишет об этом, он переживает, он чувствует, он дышит этим. То есть это живая, дышащая музыка. Это очень круто, это классно, и я очень рад, что я знаю этого человека. Эй, йоу, наливай это свой чувак, он представитель старой школы украинского рэпа. Его знают многие, в том числе и я. Что могу сказать о нем? Это крутой MC, который работает в стиле старого рапа, хардкор рапа. В его текстах чувствуется боль, агрессия и экспрессия. Его рэп настоящий, так же, как и он сам. Что еще могу сказать? Думаю, он заслуживает носить звание «Голос улиц», потому что это так и есть. Он это подтверждает своим качественным хип-хапом. Это то, что он питал себя с воздухом, с друзьями, что были рядом. Это оригинальный голос улиц, с уникальным видением слушателя. Стиль и тембр его голоса определенно выделяется из всех остальных. Он всегда сохранял чистоту своего стиля. Уже на протяжении долгих лет я наблюдаю за тем, как он живет этой музыкой. О рэпере, которого зовут Налива, я узнал очень давно, еще когда мы группа «Тени улиц» только начинали наш путь. И появился интернет, и тогда мы сразу начали какие-то наводить коннекты. Не только с российскими группами, но так получилось и с украинскими, и с белорусскими, и с странами Балтии, там, да, кавказскими регионами даже. И вот тогда мне одна запомнилась группа, называется она «East Ground», она тогда называлась. Мне запомнилась она своей подачей мощной и такая, как «Оникс». «Оникс» — это как вот сейчас очень прогрессирует группа, такая, как «Саркофаг». Это ребята из Ростова. Вот, то есть это, ну, грубо говоря,
последние, кто меня вот, ну, действительно вскрыл как по стилю, но вот перед ними был Налива. Что меня поразило больше всего, когда я поехал отдыхать, на море, на Украину, да, то, поругавшись с тещей, я сказал, что я сейчас быстро найду, где бы мне вообще записать на очередной трек, чтобы самоутвердиться и понять, что я не такой уж говно, как она про меня говорит. То я вспомнил, что в городе Бердянске есть такая группа, как East Ground, но прошло уже около 6, наверное, лет, и я уже без надежды залез в контакты и написал буквально там, что вот я в Бердянске. И Налива ответил мне сразу же, сказал, что я готов встретиться, и было прикольно то, что даже я жил на той же улице, что и он, только я там отдыхал на море, а он как бы там жил. И я, ну, незамедлительно поехал туда, поймал маршрутку какую-то там бешеную, там, и поехал, и очень меня встретил он, как сказать, он был тоже удивлен очень сильно, что он знал Тени улиц, такая тема, из России, да, я там, он с Украины, и мы сразу же как-то так подружились, и я увидел, как у него вот дома, он действительно так вот, он концентрат, вот концентрация всего хип-хопа, наверное, Украины, это сейчас в Наливе и было в Наливе, потому что все остальные подались в Москву, а человек действительно за свой край как-то беспокоится и хочет продвигать рэп, как бы, да, вот в своей, вот, так сказать, вот, ну, где родился, там и пригодился, знаешь, не надо куда-то ездить, уезжать, он уже много раз мне говорил, что хочет ехать в Москву и в Питер, и мы всегда будем рады ему, потому что его рэп на данный момент, ну, у меня нету других, как бы, ну, сказать, авторитетов в украинском рэпе, кроме как Налива. И я очень хочу, чтобы когда-нибудь я смог приехать к нему на его улицу и искупаться на море и записать еще какой-то трек там, да даже просто поболтать. Вот, поэтому Наливе я от всех... от всей тусы Пискаревки, от Тени улиц, вообще от всего санкт-петербургского рэпа, я думаю, многие присоединятся, пацаны, которые местные, которые приехали сюда и сделали здесь какое-то дело свое, что мы всегда будем его ждать. И с другой стороны, мы всегда ему желаем счастья и успеха на его территории, на какой-то, потому что каждый должен находиться на своем месте и дружить, как говорится, с семьями. И моя семья всегда будет рада такому рэперу, как Андрюхе Наливе. Твоя целеустремленность и вера в себя помогут идти тебе той дорогой, которую ты выбрал, а значит, действуй. И пусть задуманное исполнится. Мне и моим коллегам очень нравится его стиль, понимаешь? Его андеграунд будто с самого дна. Мне нравится свобода слова этого нигера. Наливе number one. Так что, motherfucker, голос улицы звучит из магнитолы. Встречайте, братва, встречайте все районы. Отчаяние и боль — это то, что в нас живет. Мы дети улиц, мы дети серых трущоб. И наша борьба называется хип-хоп. Мы дети улиц, мы дети серых трущоб. Отчаяние и боль.